фотоконкурс «Край родной» собрал более 25 кадров. На снимках выпускники и близкие их сердцам места. Демский район же с железной дорогой ассоциируется, и решили около поезда. Но этот поезд находится около ЖД-техникума, и решили, собрались, ну и сфоткались. У нас одна девочка просто, давайте, говорит, сфоткаемся с коровами. По всему нашему селу искали животных, и просто кого видели, с тем и фоткались. Мы даже сено нашли. Наш край, он многонациональный, живет большое количество разных народов, и мы все очень дружно живем, в принципе, и мы решили сделать это главной темой нашей фотографии. Самолет – это отличная идея, потом подумали, что мы живем в Башкортостане, взяли костюм народный, да, Башкортостан, и просто сняли. Мы репетировали просто последний звонок и такие, что ж поделать, ну, надо сфоткаться, да. Оставить что-то после себя. Запоминающе. И вот, и мы выиграли, мы молодцы. Да. Выпускников 2018 объединяет любовь к танцам. Именно поэтому ребята всю весну бросали друг другу видеовызовы. Себя показать и других посмотреть. Ты не такой, как все, и пусть никто не поймет, но нас будет точно слышно здесь. Да, ты не похожи, я не похожий, мы не похожи на остальных. Впереди у выпускников экзамены и поступления. Ребята, конечно, волнуются, но признаются. Победа в конкурсе греет душу. Отобрать лучших было нелегко, однако организаторы, сотрудники компании «Уфанет», справились с заданием. Победители конкурсов наградили ценными призами наши партнеры. Сертификаты на военные приключения от территории экстрима, прохождение квестов от «Пандоры», боулинг и развлечения от культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис», сертификат на бесплатные услуги фотостудии «Чиз Фото», а также фирменные рюкзаки, толстовки и термокружки от телеканала «Эврика». Ребята, ура! Увидеть все работы с фото и видео конкурсов можно ВКонтакте в группе «Весенний бал 2018» от компании «Уфанет». Гульфия Мухаммадшина, Рустем Нурешев, Александр Кузнецов, Анастасия Никишина, Сергей Имаев. Городской телеканал ЮТВ.